Чудо. Это лаванда и пчелы. О лаванде у меня тоже есть сюжеты. И о пчелках, которые так трудятся, и так приятно жужжат, и так приятно на них смотреть и радоваться тому, что жизнь-то вокруг нас бьет ключом. Главное увидеть это и радоваться каждому мгновению. Возможно, вы заметили, что некоторое время я не выпускала сюжетики свои о саде, о любви к жизни. А знаете почему? Я была в путешествии. 2 недели меня не было. Будет много интересных сюжетов, как мне кажется, о том, что я видела. Ну, а на сегодня я хочу пожелать вам хорошего настроения и радости от каждого дня.